такие топ-никаки везде пришли. И в этой стране скоро жить будет из-за них опасно. Библиотекарями, поварами, работниками метрополитена. Почему в метрополитене авария? Да потому что менеджеры пришли на работу. Они не знают, что нельзя привязывать рельсу к шпале веревочкой. И так, и это повсюду. Хорошо, летчиками работает старшее поколение, еще пока летать можно. Потому что они практиковались на самолетах, а не на мониторах. А придут молодые, нельзя летать будет. Но в кассах уже сидят молодые девахи, вот эти блондинушки такие, с юбками, короче, ногтей. И я одной говорю, мне в Геленджик. Где это? В каком смысле? Ну в стране в какой? Говорит, ты что не знаешь, в России? Она говорит, да ладно, вы все шутите.